Он парень жив, пусть говорят нам, что он якобы разбился, не верьте. Гагарин жив, пусть знают все, что в момент он превратился. Врут, что его крылатый миг маневр не выдержал, из штопора не вышел. Сочинили это все по спецзаказу главной крыши. Эксперты не спешат скрывать архивы. Гагарин жив, ведь он не видел, что лжив, он предпочел опушку леса. Он сыт по горло той ролью жупила КПСС-а. И он подался в дальний скит, ушел от шеи комплекса, и иногда мотор шумит, и раздаются голоса, и в деревнях его встречают в легком шлеме, даже в наше время. Гагарин жив, Гагарин жив.